Тема моей проповеди сегодня начинается с таким вопросом. Ты несчастный или ты счастлив? И дальше такая маленькая расшифровка. Последствия саможалости. По-английски это consequences of self-pity. Вы знаете, что на протяжении, я думаю, жизни мы все учимся. На протяжении дня и года мы также учимся. Я хочу просто поделиться уроком, которым научился я на протяжении последних полгода. Я много этот вопрос спрашивал у разных людей, которые приходили в гости к нам. А сегодня хочу его вам рассказать. Урок, на котором научился я, это последствия саможалости. Я знаю, что у многих из вас есть, наверное, много разных причин, почему ваш год, может быть, не был сильно удачным. Почему у вас, возможно, печаль. Почему вы не сможете уверенно сказать «я счастливый муж», «счастливая жена», «счастливый человек». И на это есть много разных причин. Но человек так устроен, что либо мы жалеем других, либо мы жалеем себя. Всего лишь просто вспомните, как вот проходит ваш день, ваши дни, куда уходит энергия и мысли. Либо мы о ком-то другом и кому-то другому хотим уделить внимание, помощь, пожалеть, либо мы иногда неожиданно, не специально, но начинаем жалеть себя. Из-за ситуации, в которой мы живем, анализируя год, переживая праздники, мы смотрим, как-то вот эти празднуют нормально, и у них в семье нормально, у них как-то все хорошо и финансово. А вот мы просто, ну, приходится праздновать, вот так и празднуем, но внутри тоска и боль. Люди так устроены, что мы либо себя жалеем, либо кого-то. Все началось с того, что как-то моя жена начала говорить мне, что ей трудно, что у нее стрессы, что у нее проблемы. И я, слушая ее, вместо того, чтобы ее как-то пожалеть или войти в ее ситуацию, я начал думать в другом направлении. И я себе это легко объяснил. Думаю, дорогая, если ты говоришь, что тебе трудно, если ты говоришь, что у тебя стрессы, то ж у меня же в 5 раз больше стрессов, мне в несколько раз больше, труднее. И если вот эти твои проблемы заканчиваются только вот здесь, вот на кухне и в этом доме, то у меня и здесь, и на кухне, и еще за пределами настолько много. Мне так тяжело, мне так трудно. Мало вообще кто понимает, что я переживаю. Мало кто понимает, что такое приготовить проповедь. Мало кто понимает, что это сделать на 2 языках, отбыть на 2 служениях, не быть дома на выходных. Мало кто понимает, и мало кому это можно объяснить. И вообще, я никому не нужен, никто меня не поймет, мне нужны. Я нужен только людям, мои способности, мои таланты, моя сила, мое время. Когда меня спрашивают, как дела, я не знаю, как у меня дела, потому что моя голова так забита чужими делами и чужими проблемами, что я не знаю даже, как у меня дела. Я начинаю рассказывать себе, я сам запутываюсь. Я потом сам себе рассказываю, насколько мне тяжело, насколько все трудно. И в этом году я еще и отца похоронил. Никто не может эту боль разделить. И я, перебирая эти мысли, я так себе уделил внимание. А причины были серьезные. Я так себе уделил внимание, что, вы знаете, тоска объяла жуткая.
Я вот так вот думаю, и все труднее и труднее. Все кажется тяжелее и тяжелее. Не хочется идти, видеть, что-то делать. Все кажется, встает таким плохим. Ну, кажется, депрессия сейчас, вот уже надо будет скоро. Все так печально. И вдруг меня перебила одна мысль. Не давайте места дьяволу. Я задумался, что же это значит? Не давайте места в сердце вашем дьяволу. Я сразу подумал, нет, у меня ничего общего с дьяволом нету, я это не принимаю, это не для меня, это не мое, это не туда. И я начал дальше себя жалеть. Я могу с уверенностью сказать, что это самый трудный год в моей жизни. 17-й. На это есть много причин. Некоторые из них вам известны. Но я точно уверен, это самый трудный год в моей жизни. Моя жена знает, я думаю, если это так будет дальше, то я думаю, насколько меня хватит и сколько я выдержу. Но одним словом, я продолжал уделять себе внимание. Я продолжал себя как бы утешать, себя как-то жалеть. Я продолжал как-то себя поддерживать. Я как-то продолжал себя как-то давать комплименты, что я человек, который вообще не заслуживаю этого. Зачем я прохожу все это? Как все больно и несправедливо. И я такой нормальный, красивый, умный человек, я вот это должен терпеть? Вы знаете, сегодня так популярно. Жалей себя. Не ущемляй себя, оставайся в зоне комфорта, не напрягайся, развлекай себя, украшай себя, утешай себя. И этому нам даже помогают технологии. Сегодня выходят новые телефоны, и у них все больше усовершенствуется вот эта камера, где можно сделать селфи более качественней. Самого себя сфотографировать, но не просто так селфи, а это уже качественно, уже с эффектами, уже там с прибамбасами, уже, ну, портрет можно сделать. Все вот селфи, it's all about you, about yourself, about me. И вы знаете, что вот эта саможалость имеет очень серьезные последствия. И сегодня я уверен, что в этом зале есть люди, которые проходят разные ситуации. Есть люди, у которых, может быть, болезнь вас поглощает, и вам жалко себя. Вам очень жалко из того, что вам приходится терпеть. Возможно, у вас бизнес не идет. Возможно, вам кажется, что муж вам жизнь испортил. Возможно, вам кажется, что жена вас не удовлетворяет, не дает вам ни уюта, ни покоя дома. Возможно, вы мечтали выйти замуж, и не получилось. Кто-то жениться хочет, и не получается. У кого-то, кто-то хотел в церкви иметь служение, ему не дали. И он сидит в этой обиде, ему жалко себя. Кого-то просто оклеветали. У кого-то муж тракист. И она думает, я сама, я должна делать все сама. И она уделяет внимание себе, как все несправедливо и плохо. Кто-то еще чем-то разочарован. У кого-то не хватает денег, у кого-то нету друзей. Кому-то муж изменил, кто-то остался сам, кто-то кого-то в этом году похоронил. И столько боли, сколько несправедливостей. И так становится себя жалко. И приходят периоды в нашу жизнь, христианскую или нехристианскую, когда мы начинаем над этим размышлять и жалеть себя. И я сегодня скажу о трех последствиях саможалости. Как это разрушает, как это убивает, как это вредит, как это ворует радость, ворует благословение, как это разочаровывает, как это впадает, ты впадаешь в депрессию, в негатив, ты раздавлен, ты впадаешь в ропот, ты не хотел, ты не планировал, ты просто сам себя начал жалеть. Но любое дерево, любой человек будет счастлив только тогда, когда он это отдает другим, вкладывает это в других, любит других, дает и жалеет других, как только
Он начинает это все вкладывать в себя, жалеть себя, давать, дарить любовь себе, комплименты себе, греть, украшать себя, утешать себя сразу же. Полностью все переворачивается в духовном мире. И Библия называет это «не давай места дьяволу», потому что это противоречит всем библейским принципам и стандартам. Первое, что делает саможалость, это она развивает обиду. Это не просто человек обиделся, но саможалость к себе развивает обиду, развивает. It develops hurt when you get offended. It develops, оно ее развивает. Иакова 3 глава, 14 по 15 стих написано. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не мудрость, исходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Обратите внимание на вот это последнее слово, что здесь говорится о мудрости, которая называется бесовская или дьявольская. В другом новом переводе говорится, что когда человек занимается честолюбием, он чисто себя любит. Честолюбие. Еще более, мне кажется, точнее сказано в английском переводе New King James написано «But if you have bitterness, то есть горечь или обида, and self-seeking, это поиск самого себя, внимание себе, человек сам себя ищет, сам себя желает пожалеть. В другом переводе написано self-ambition. Когда мы греем и развиваем свои амбиции, как вы видите, что здесь внимание направлено самому себе, человек, который несчастный, он об этом знает, он об этом себе напоминает, он в этих мыслях утопает. И написано, что вот эта мудрость, написано в Библии, она бесовская, она не от Бога, это от дьявола. Когда мы обижаемся, часто через это мы даем место дьяволу в своем сердце, в своем разуме, в мыслях, и царство зла начинает царствовать внутри нас и управлять нами. Нам не нужно жалеть себя, но можно и нужно жалеть других людей. Это не имеется в виду, что нельзя жалеть себя в таком плане, как, ну, например, надо отдыхать, нужно правильно питаться. Это не имеется в виду, что это не надо делать. Но и это не значит, что нельзя стремиться к лучшему, если ты попал в проблему, в беду, если ты несчастный. Но здесь фокус совершенно в другом. Когда мы, люди, начинаем, я вернусь к этой мысли мысленно, себя жалеть, тогда приходят плохие последствия. И в Библии написано, Ефесянам 4 глава, 26-27 стих, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не взойдет во гневе вашем». И дальше самая важная мысль, центральная, «И не давайте место дьяволу». Не давайте место дьяволу. Новый перевод, «Гневаясь, не грешите, пусть ваш гнев пройдет прежде, чем зайдет солнце». Не давайте место дьяволу в вашей жизни. Английский. Don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you're still angry. For anger gives a foothold to the devil. Итак, интересный вопрос или мысль. Несколько этапов. Вас обидели, первый этап. Второй. У вас реакция на эту обиду. Вы разгневались, разозлились, громко, тихо, внутри, снаружи, неважно. И третье, развитие ваших мыслей по этому поводу, и этим мы даем место дьяволу. И здесь Библия подчеркивает, что если пришел гнев, если тебя разозлили, обидели, то пусть он пройдет, уйдет в этот же день, до вечера, до захождения солнца. Не до 10 вечера, а до того, как солнце зайдет. Если оно заходит в 6 часов вечера, значит до 6 вечера. До захода солнца реши эту проблему. Иначе ты попадаешь в закваску.
закваска, которая называется вот эта обида или саможалость, мы месим это тесто в своих мыслях, мы его месим, как все несправедливо, как плохо, как больно. И потом это тесто, закваска начинает расти внутри нас, и она обязательно имеет реакцию. Здесь вы можете возмутиться. Нет, 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 со мной никогда, я верующий, не надо меня тут мешать с дьяволом, мне это не приписывайте, у меня с дьяволом никакой дружбы, я с ним ничего общего не имею, я христианин, не надо мне сюда дьявола путать. У меня к вам вопрос. Кому написано это местописание, к верующим или к неверующим? Написано, не давайте место дьяволу. Подумайте, к верующим или к неверующим? Разные есть, да, варианты ответов, к неверующим, к обоим. Но первое можно сказать так, что у неверующих людей дьяволу место есть и так. Он там царствует, он на троне в сердце таких людей, потому что это его территория. Кто не принял Христа в свое сердце, не принадлежит Богу, не перерожден, естественно, он принадлежит, значит, дьяволу. Он, его территория, значит, он там и так уже есть. Но верующие люди, которые перерожденные в своем духе, которые измененная их природа, принципы, стандарты жизни, люди, которые говорят и верят в то, что в их сердцах живет Бог, они есть храм Бога живого, Бог внутри. И вот в таких случаях, вот этим людям, верующим людям, Библия говорит, не давайте места, места не давайте дьяволу. Не просто, чтобы дьявол пришел, всех выгнал, полностью все перевернул вверх дном и все захватил. Нет, даже место, даже вот этого уголочка, стульчика, гвоздика, на который можно повесить что-то, не давайте ничего. Не давайте, иначе будут последствия. Вопрос. Что такое давать место дьяволу? Как это на практике? Библия тоже нам легко объясняет в этом же стихе. Библия говорит, гневаясь, не грешите, не согрешайте. И пусть гнев ваш пройдет до захода солнца. Если даже вас разозлили, обидели, достали, пусть это решится проблема в тот же день, до захода солнца, в тот же день. Иначе, если это не решится, если вот эта обида внутри вас будет и второй день, и третий день, то тогда признаете вы, не признаете, Библия говорит, вот тогда вы даете место дьяволу. А теперь представьте себе, что может быть хорошего в сердце человека и в разуме, где дьявол имеет место. Представьте себе последствия, представьте себе атмосферу, представьте действия, разговоры, реакцию, результаты, даже запах. Кажется, вот представляете себе, как это ужасно, когда человек дает место дьяволу. Мы как люди, мы все знаем, что мы несовершенны, иногда мы согрешаем, иногда мы злимся, иногда мы гневаемся. Но Библия предупреждает об опасности, когда вот это злость или обида на людей остается на следующий день, на следующий месяц, на следующий год. Тогда, друзья, дьявол царствует внутри. И даже, может быть, внутри как бы верующего человека, который когда-то знал Бога или знает Бога, но он начинает контролировать твою жизнь, твои реакции. И если тебе показать через 10 лет то, что ты натворил сегодня, ты будешь в шоке от себя. И ты скажешь, действительно, лукавый меня попутал. Что я наделал? Что я натворил? Как я мог так реагировать? Как я мог так жить? Как я мог такое натворить? Как я мог себя так вести? Но в тот момент человек ослеплен. Ослеплен знаете чем? Саможалостью, жалко себя, я страдаю, я потерпел крушение, я потерял, мне больно, мне плохо. А если мне больно, мне плохо, то я сделаю все возможное, чтобы и другим было хотя бы не хуже. Или можно сказать, пусть будет чуть хуже, но никак не лучше,
чем мне. И вот здесь вот это начинается, вот эта закваска, когда мы даем место дьяволу. Почему в Библии написано, Римлянам 12 глава, 2 стих, «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть, be transformed in your mind, be transformed, renewed. Нужно поменять мышление. Почему? Библия говорит об обновлении ума для христианина. Потому что ум, разум или наши мысли определяют наши действия. И когда человек жалеет себя, наш ум занят тем, чтобы разрабатывать действия либо в греховном направлении, либо в правильном направлении. Вот почему Библия говорит, что нужно менять вот это мышление греховное, неправильное, иначе автоматически мы начнем думать плохо, и наши мысли приведут к действиям. Вы знаете, что когда нас обидели, у нас уже нужны большие усилия, и борьба происходит внутри, чтобы победить и мыслить в правильном направлении. Мы даже не осознаем, что даже на таких вот маленьких конфликтах, любых, или, как я сказал, любой пример, когда вы чувствуете, что вам себя жалко, мы вступаем в эту борьбу с дьяволом, с мыслями, и за каждой мыслью, которую дьявол сеет в наш разум, за каждым действием всегда кто-то стоит. Вы легко поверите, что если человек отвечает добром на зло, значит, за ним стоит кто? Сам Бог, Христос, через Него это делает. А если он злом отвечает на зло, кто за этим стоит? Кто за этим стоит? Кому там место дано? Кто правит? Кто контролирует? Кто руководит этим человеком? Человек, возможно, и сам не хочет, он идет, потому что ним руководит кто-то внутри. Это страшное состояние, особенно когда человек сам себя со стороны не видит, не признает, что мы, как верующие люди, имеем большую опасность. Это к верующим написано, что мы подвергаемся опасности дать место дьяволу, обидеться, потом разгневаться, потом разозлиться, сначала кричать, потом тихонько внутри в себе это носить, день, два, месяц, год. И потом нами что-то правит, и у нас нету ни радости, ни счастья, ни мира, ни покоя. Там другое что-то инородное, которое нам не дает жить нормально, счастливо и правильно. Вот почему Библия предупреждает о саможалости. Иногда в Библии мы читаем за Иону, который, Иона 4 глава, где описывается, что он когда-то разозлился, тоже прогневался, написано в Библии. И Бог вступает с ним в диалог и говорит ему: «Иона, что ты гневаешься?» А Иона говорит: «Да, есть причина для этого, даже готов умереть ради этого». Настолько человек огорчен этим. А причина, если вы знаете историю из Библии, в чем там? Иона сидел под тенью, а потом забрали тень. Кажется, ну детский сад. Божий пророк. Ну Иона, ну come on, man, ну возьми себя в руки. Ну ты ж пророк Божий. Ну у тебя тут растение забрали, и ты тут разнылся. Ты ж не Ной, не Ной, Ной. Ну почему? И здесь кажется, вы знаете, он начал практиковать саможалость к себе, потому что изменилась его зона комфорта. Как вы думаете, кто может честно сказать себе, как часто мы в жизни это делаем, как только чуть-чуть трогают нашу зону комфорта? Ее еще даже не полностью, как сказать, ее только чуть-чуть так, и ты сразу хозяин ответил: не трогай. That's my comfort zone. И так бывает в жизни. Мы смотрим на эти примеры, на Иону, кажется, детский садик. А как часто это бывает в нашей жизни, когда кто-то начинает нас ворушить хотя бы немножко. Вы знаете, почему конфликты не разрешаются? Почему? Жалко себя. Себя просто жалко. Страшно себя жалко. Мы об этом не говорим.
И я не слышал еще ни одного стиха на тему «Как мне себя жалко». Эти все стихи, они таятся внутри, они в сердце. Они там все обработаны. И мы делаем эдитинг постоянно вот этих стихов. Там добавляем, вставляем кадры. Я тому помог, он мне не помог. Я вот это добро сделал, мне не сделали. На меня не обратили внимания, мне не помогли, меня не заметили. И мы там постоянно добавляем эти кадры, обрабатываем их, крутим, сочиняем. И утопаем в этой саможалости. И дьявол в таких ситуациях, он просто царствует. Когда мы жалеем себя, мы питаем, взращиваем нашу обиду, наш эгоизм, нашу гордость. Мы не можем в такие моменты прощать, абсолютно не можем. На протяжении последних нескольких недель я встретил минимум 3 женщины, которые мне сказали о том, что женщины не могут быстро прощать. Интересно, что это было такое совпадение на протяжении вот нескольких недель и женщины разного возраста, которые сказали, ну, женщинам нужно вот как-то время. Время. И потом мне сказали одну цитату из Писания. Время лечит. Не читали? Я сейчас прочитаю. Оказывается, что когда женщина не может, или, кстати, мужчины тоже есть. Мужчины, не расслабляйтесь. Мужчины тоже есть, которые могут из-за чего-то год не подавать руку. И вот когда такое идет вот подача вот этой цитаты, вы знаете, я прочитал Библию от начала до конца, на русском и на английском, и нигде не нашел, что чтобы простить, нужно брать время. Но я так предполагаю, что ну, если мне минимум 3 женщины об этом сказали, значит, я думаю, уже есть серьезная категория женщин и, наверное, мужчин, которые в это верят, что нужно время. И вот как раз вот эта цитата взята не из той Библии, где написано, что время лечит, время нужно, чтобы простить, отойти, прийти в себя. А смотрите, какая библейская, божественная цитата. Написано, не давайте место дьяволу, пусть если вы разгневались, разозлились, пусть оно до конца дня уйдет, иначе дьявол придет. Придет в твое сердце. И хоть ты красивый, пушистый, ты накрашена, но дьявол в тебе может такое ворушить, что не только тебе будет плохо, но и всем, кто вокруг тебя. А теперь подставьте эти на весы и посмотрите, насколько опасно верить в эту ложь, которая сегодня принята людьми, принята обществом, что иногда it's okay не прощать сразу, иногда it's okay, надо прийти в себя, отойти, там, поехать куда-то на vacation, прийти в себя, и потом, может быть, я приду в себя. И вот тогда дьявол царствует, тогда начинаются вот эти обиды, сплетни, вот это тесто растет, гниет. А потом уже знаете, как тяжело простить? А потом уже знаете, как тяжело вернуться в себя? А потом знаете, как тяжело этого дьявола выгнать? Потому что ты дал ему место. Это все равно, что ты змею впустил в свой дом и сказал, вот тебе маленький уголок, вот тут посиди. Но это же гадюка, ядовитая, она же будет тебя жалить и всех, кто вокруг тебя. Не давай место дьяволу, как? Гневаясь, обижаясь и не прощая сразу же в тот же день. Иначе дьявол заходит. Дверь открыл. А вы не заметили? Не заметили? Ничего общего с тобой не имею. А она заползла. Поэтому я призываю сегодня всех христиан во имя Иисуса Христа. Не принимайте цитат не из того Писания, где время лечит. Время не лечит, оно иногда калечит в духовном плане. А Библия говорит, в тот же день отпускай. И пусть твой гнев, он утихает во имя Иисуса Христа, иначе дьявол будет вселяться и будет руководить тобою. И мы знаем, что иногда, когда это происходит, то мы не можем прощать.
Колоссянам написано 3 глава 13 стих. «Снисходя друг другу, прощайте взаимно, если кто имеет какую-либо жалобу, потому что как Христос простил вас, так и вы. Не потому что тот заслужил, не заслужил, не потому что ему надо еще или не надо, но потому, не потому что он еще будет делать или не делать, потому что Христос тебя простил». Все, that's it. Бог тебя простил и простил тебя больше, чем ты собираешься Его прощать или не прощать. Поэтому не допускай этой мысли в своем сердце. Вы знаете, например, взять вопрос смерти близких людей. Когда это происходит в нашей жизни, вы знаете, как в тот момент происходит такая жалость к себе. Я осталась одна. Я сама, ни с кем времени провести. У меня теперь все люди, как люди, идут с кем-то, а я сама, я одна. И вот здесь вы не представляете, какая опасность. Я недавно ездил к папе на кладбище. И мне показалось, я так недостоин этого. Мне показалось, я так несправедливо страдаю. Мне показалось, что все так ужасно и несправедливо, и я снова так себе уделил внимание. Я так себя пожалел, что еле пришел в себя. И если мы говорим о вдовах, то интересно то, что Библия показывает очень интересный принцип. Обычно вдова очень легко может поддаться под эту опасность: «Меня не посещают. Меня не любят, меня не заметили, у меня так мало людей было, мне так мало позвонили, мне никто $20 не дал». И так вот это идет, вот это квасится, месяца, тесто растет, растет, растет. А тут Библия раз и говорит 1 Тимофеям 5:10. «Но вы, должно быть известно всем, что она чтобы она совершала добрые дела и проявляла гостеприимство и помогала тем, кому трудно». Кто она? Вдова. Вы прочитаете дома по контексту «вдова». А что вдова, переживает? Именно вдова или вдовец, или мама, которая похоронила сына, автоматически переживает саможалость к себе. Конечно, жалко человека, я понимаю. Но потом оно как-то иногда запутывается, потому что я сам через это прохожу. Ты начинаешь себя жалеть. Ты начинаешь смотреть вокруг: «А, так вот какие люди все, как вот какие все поганые, так вот как меня заметили, так вот как мне время уделили, так вот как меня любят. А вот теперь и проявились все на самом деле, проверяются все же в трудностях, вот все и проявились, теперь я поняла, какие люди». Вы понимаете, кто царствует? Вы понимаете, кто управляет, кто в упряжке, кто вот ведет этим человеком? А здесь Библия показывает другую перспективу. Говорит, вдова должна делать добрые дела, гостеприимство и помогать тем, кому трудно. Как это? Так мне должны помогать? Я несчастный, я несчастная. Меня жалко, хочется кричать, как мне жалко. Себя жалко. А Библия говорит, нет, вот именно в этот момент не жалей себя ни в коем случае. Жалей других, находи другим, помогай другим, иди к другим, навещай других, люби других, замечай других, помогай другим, и тебе станет легче. А если дашь место дьяволу, ой, бедный ты и все, кто вокруг тебя. Если дашь место дьяволу, который придет, поселится из-за твоего разочарования, гнева такого тихого, но уверенного внутри, придет, залезет эта змея в твой дом, в твое сердце, в твои мысли. И Библия призывает все наоборот. Наоборот. Почему? Наоборот. Чтобы жалеть человека, на это уходит энергия, время, усилия, мысли, молитвы, и можно еще что-то добавить, чтобы пожалеть человека. Энергия, время, усилия, мысли, молитвы и так далее. А теперь представьте, если всю вот эту энергию, куда мы ее должны давать?
Кому мы призваны ее отдавать? Ближнему или себе? Это все равно, что яблоня завтра скажет: так, друзья, мои яблоки не трогать, я их сама буду кушать. Все плоды, все, что я имею, все качества, это мне. И когда человек вот запутывается в этом и начинает все вот это себе отдавать, себя жалеть, вот в этом и получается большая духовная проблема. Потому что принцип Библии, написано в Библии, что когда Давид пришел, когда, помните, там сожгли все, поубивали, жен, детей позабирали, и написано, плакал в Библии. Знаете, что там написано еще? Интересная такая деталь, кто помнит? Они так плакали, что... Кто еще вспомнит? Они так плакали, что сил не стало. Друзья, не стало сил. Вы когда-нибудь знали, что на то, чтобы плакать, нужно тоже силенки тратить? Вы знали, чтобы плакать, оплакивать, что угодно, на это уходит энергия, эмоции, ты сам себя туда вкладываешь. А теперь вопрос. Так значит, что? Нельзя жалеть? Жалеть можно и нужно других. Библия призывает, весь принцип Библии, любовь отдает, любовь служит. Других замечай, других жалей, за других молись, за других можешь плакать. Но если ты себя ставишь в центре внимания, твое «я» растет, гордость растет, обида растет, несправедливость тебя разрывает, дьявол приходит и начинает управлять нами. И эта саможалость имеет коварные, горькие последствия. Поэтому всю эту энергию, все эти мысли, дела отдавай другим людям, и поверь, тебе станет легче. Я приведу примеры из практической жизни чуть позже. Второе, что делает саможалость, это она развивает осуждение. Развивает осуждение. Мы ищем виновного. Если я несчастный, кто виноват? Если я несчастный, кто-нибудь сказал... Вы встречаете такое? Я несчастный, но виновен только я. И я один единственный, кто виноват в этом. Или чаще всего, я несчастный, найду, кто виноват. И мы ищем, кто же виновен в моем горе. И вдруг нашел, кто виноват. Вопрос, а легче стало? Не знаю. А зачем искал? Тоже не знаю. А может быть, это не ты искал? Тоже не знаю. А может быть, ты попал? Наверное. Нашел, кто виноват. И что, тебе легче стало? Стало легче, скажи мне. Ты счастливый? Но если ты найдешь виновного в себе, если не дьявол месту будешь давать, о, поверь мне, друг, не я обещаю, Библия говорит, совсем все поменяется. Совсем все поменяется и легче станет. Легче станет. Вы знаете, что Библия призывает, когда мы вот в печали, в саможалости, не осуждать других, Матфея 7 глава, не осуждайте, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и вы будете судимы. Библия описывает 2 Царств, 16 глава, 7 стиха, историю Симея и Давида. Давид, знающий Бога человек, попал в одну нехорошую ситуацию. И вот этот человек Симей идет и злословит его. Так говорил Симей, злословие его. «Уходи, Давид, уходи, убийца, беззаконник!» Тогда один из его воинов, Давида, говорит: «Царь, почему этот мертвый пес злословит господина моего? Пойду и сниму с него голову и тебе отдам». Царь сказал ему: «Пусть злословит, пусть клевещет, пусть унижает, пусть делает больно. Оставьте его, ибо Господь повелел ему злословить. Может быть, Господь презрит, заметит мое уничижение, смирение и воздаст мне Господь за мое терпение, злословие». В английской Библии написано: «What if the Lord has told him to curse me?» Что если
Господь разрешил, допустил, чтобы этот человек злословил меня, унижал, обижал, приносил вред, пакостил мне. У меня есть власть в руках Давида одним словом этого человека убрать. Закрыть ему рот где-то его, или убить, или посадить, без разницы. Но смотрите, реакция на злословие. Можно дать место дьяволу. Вариант. И второй вариант. Можно дать место Богу. Что выбирает Давид? Если вы проходите подобную ситуацию в вашей жизни сегодня, что вас несправедливо там клевещут, злословят, унижают, то вы знаете, сразу встает себя жалко. Как? Так несправедливо. Встает себя до боли жалко. А что, если эту ситуацию Бог допустил? Я не утверждаю, что это именно причина в твоей ситуации. Но смотрите, как мысли могут работать в другом направлении. Место дьяволу даешь. Ах, ты так, ты со мной так. И зло, и гнев, и обида, и война. Или же, а что если Бог? А что если, даже если? Не уверен, но вдруг. Когда мы меняем свое мышление, то написано в Библии, преобразуйтесь обновлением ума вашего. И в чем вот это смысл, вот этого перемены в мышлении? Чтобы вам понимать, что такое есть воля Божья для вас. Благая, угодная, совершенная. То есть мы сразу смотрим на свою жизнь глазами Бога, как, может быть, воля Божья. А может быть, просто я сам решаю. А может быть, внутри меня кто-то уже давно решает, я просто об этом не знаю. Можно оплакивать себя и тратить всю энергию на себя, искать виновного, осуждать, обижаться, а можно другой вариант. Вы знаете, в нашей церкви мы молимся за Николая Кулакевича, который лежит в госпитале. Вы помните, да, пастор из Сиэтла, который приехал. Его жена Рената уже, ну не знаю, 3-4 месяца, представляете, вот сутками в госпитале, вся жизнь госпиталь. Вся жизнь – это операции, сложнейшие операции. Сложнейшие операции. Муж на глазах тает, худеет. Кажется, дети, переезды, такая неизвестность, что будет, останусь я сама или нет. Вы представляете, как здесь можно профессионально впасть в саможалость? И просто все причины, все основания, просто жалеть себя. Я такая несчастная, я молодая женщина, я жена, я останусь сама. У меня дети, у меня нету мужа, я здесь, я не работаю, у меня нет дохода. Неизвестно, выживет, не выживет. Сколько можно здесь причин, чтобы жалеть себя, просто раздавиться, просто, не знаю, кровью истекать от саможалости к себе. Эта женщина, Рената, она сегодня, посещая своего мужа, вдруг она заметила, что в соседней палате тоже лежит человек в критическом состоянии. Но разница в том, что к этому человеку никто не приходит. Никто не посещает его в госпитале. И вот эта сестра наша, Рената, она попросила медсестер, можно я буду его навещать? И она теперь навещает не только своего мужа, но и человека, который там сидит, лежит в состоянии тяжелом, но у него нету даже никого, никакого внимания. Вы представляете, как фокус меняется полностью от себя, переходит на других. Вся энергия, все мысли, все добро, все молитвы, которые могли бы на себя, мне больно, мне трудно, меня посещайте, меня поддерживайте, мне кушать варите, меня приходите, меня помогайте, мало помогаете. Она все на других. Я думаю, какая мудрая женщина. Вы помните, я читал вначале, мудрость, о которой я читал, бесовская есть. Не от Бога, так написано в Библии. Это когда мы себя начинаем жалеть. Какая я несчастная, как все плохо. Нету светлого будущего.
как я ненавижу себя, жизнь и людей, которые испортили мою жизнь. И когда человек в этом негативе, он его кушает, он его пьет, оно уже из ушей лезет, но он в этом, это значит, сразу может быть диагноз потенциальный. Дал человек место дьяволу. Это опасно, 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 опасно. Принцип Библии совершенно другой. Отдавай, служи, люби. Я помню, когда мой папа болел, я никогда не слышал от него таких, чтобы он обижался, что его мало посещают. Вот обижался, мало внимания, мало молитв. Я помню, что он уже болел, и даже мы думали, можно ли ему на машине еще ездить или нет. А он других ездил, посещал, он другим больным звонил. Он как-то другим как-то пытался добро сделать. Я думаю, совершенно другой дух. Там вот место дано совершенно другому. А правда, можно было наоборот. И такие причины. А у нас какая-то мелочь, такая мелочь случится, и мы уже себя так жалеем, так себе внимание уделяем. Мы такие несчастные, а люди все вокруг такие плохие. И вот здесь уже нами кто-то правит. Одна женщина сказала мне, что когда она похоронила мужа, она много месяцев смотрела похороны постоянно. И плакала, и плакала, и плакала. Один день пришел прорыв. Она начала служить людям. Все изменилось. Все изменилось с тех пор, когда она начала служить людям, начала отдавать, давать это другим людям. Если вам плохо, если вы сейчас несчастны, если вам трудно, тяжело и больно, начинай завтра, начинай сегодня, начинай другим людям делать добро. Ты будешь счастливым человеком. Потому что счастье не только от материального, не только от видимого, не только что вокруг, но счастье настоящее, оно внутри. Ты можешь мне трижды говорить, что ты красивый, что ты счастливый, ты можешь мне улыбаться, внутри ты несчастный человек. Потому что внутри только правда, настоящая правда. И Бог дает этот мир и покой. Люди всегда пытаются заглушить эту боль внутреннюю. Кто-то начинает пить алкоголь, кто-то начинает кушать, кто-то начинает от депрессии принимать, кто-то еще в негатив впадает, кто-то ищет виноватых, а кто-то начинает служить. Служить, когда больно. Вот это сильно. Саможалость, она всегда создает ужасную атмосферу. Подумайте над этим. Саможалость, self-pity, всегда создает ужасную атмосферу. Человек сам внутри несчастный, раздавлен. А как вы думаете, кому такое счастье принесет счастье? Вот почему это негативно влияет на других людей. И Библия призывает нас не осуждать. Библия призывает нас, Псалом 105 стих, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами, надменного сердцем не потерплю. Часто, когда мы в такой обиде, когда мы занимаемся саможалостью, мы злые, мы начинаем рассказывать, начинаем преувеличивать, начинаем искажать, начинаем клеветать, даем место дьяволу, а Библия говорит, я таких не потерплю. Поэтому лучше потерпи обиду, чем наоборот, терпеть что-то другое. И это развивает гордость. И наш последний пункт, что последствия саможалости, это развивает гордость и эгоизм. Это развивает его таким профессиональным, уверенным методом. Потому что все внимание направлено тебе, себя, жалеть, понимать, меня понимать, замечать, все к себе. Два варианта нарисую вам. Задумайтесь, один вариант. Вам трудно, тяжело в жизни, и вас неожиданно посетили, вас неожиданно вам позвонили и пожалели. И у вас реакция: вау! Слава Богу! Так приятно, так классно! Ну такие добрые люди, ну слава Богу! И другой вариант. Вы сами сидите. Мне трудно. Некому пожалеть, мне больно, как я устала, какой я несчастный. И пришел один вас пожалеть. Ты пришел, ты один, ты только один, и так поздно пришел. Видите реакцию?
Два человека с одинаковыми целями. Но вы видите, какие разные результаты. Когда человек квасится в этой саможалости к себе. Друзья, здесь, я думаю, вы все скажете, любой может встать и назвать причины, почему больно и почему трудно, правда? Если больно и трудно, правда, если мы люди, правда, то даже к нам, верующим, написано, не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Иначе это опасное состояние для всех нас. Я помню даже в нашем доме, когда папа болел, как-то все внимание ему, вся помощь ему, вся забота на него, на себя даже, кажется, времени не хватает. А потом, когда папа ушел, чем мы занялись? Собой. Уже нету объекта или цели, кому ее отдавать. Эту любовь и заботу. И если человек вовремя не переключится, не найдет кого-то, кому он будет служить, я не считаю детей своих, которым мы обязаны, то он начнет автоматически всю эту энергию мысли и заботу на себя. Как я сказал, это все равно, что яблоня сама себя кормит. А это полностью противоречит природе. Природе это противоестественно. Вот почему нужно постоянно иметь, кому вы служите, кому вы отдаете. Иначе будет очень больно потом внутри. Я не помню, чтобы он когда-то привлекал или жаловался к себе саможалость, вызывал своим поведением, разговорами, чтобы мой отец вызывал саможалость к себе. А смотрю вокруг, а есть люди, которые проходят, 2%, 3% от того, что он проходил. А там такой океан саможалости, что спасатели не могут спасти. Иосиф тоже страдал несправедливо. Тоже можно было сказать, жизнь испорчена, молодость и так дальше. Но Библия говорит, 2 Петра, 1 глава, 3 стих, что Бог, Его божественная сила даровала нам все, потребное для жизни и благочестия. Запомните это в уходящем году, что Бог в этом году, в прошлом и в следующем, написано в Библии, Бог даровал все необходимое для жизни и благочестия. В английской Библии написано, God has given us everything we need for living a godly life. Все. Бог уже дал. Теперь вопрос, что мы делаем с этим, с этой информацией, с этими мыслями и так дальше. Написано в Библии, Бог гордым противится. Смиренным дает благодать. Когда мы развиваем саможалость и жалеем себя, мы питаем свою гордость и эгоизм. Библия говорит, Бог таким людям противится. Они не могут выбраться оттуда. Бог гордым противится, смиренным покрывает благодатью. Написано 1 Коринфянам 10:10. «Не ропщите, как роптали другие до вас и погибли». Когда саможалость окутывает нас, то мы часто ропщим. Кто громче, кто тише, кто в песне, кто в стихах, но оно не меняет сути. Библия говорит, не ропщите. И мое пожелание для всех нас, друзья, не берите саможалость в следующий год. Иначе ваша жизнь будет несчастной. Не надо себя жалеть. Жалейте других. Вкладывайте в других. Помогайте, служите другим. Тогда Бог позаботится за вас. Это принцип библейский, Писание, отдавать. Блажение давать, отдавать. Написано как-то в Иова, 19 глава, что вот я кричу, обида! А никто не слышит. Но внутри там эти крики эхом не дают покоя, не дают покоя. И люди это называют другими словами, как хочешь, там, что это не обида, это что-то другое. Но оно же, знаете, как говорят, по плодам узнаешь, ты же видишь человека, как он себя чувствует, как он, насколько он счастливый. И последнее место Писания, мы сейчас будем молиться.
1 Петра 2 глава 19 стих. Написано: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Послушайте внимательно. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки ваши, за то, что вы заслужили? Но если для делая добро страдаете, терпите, это угодно Богу». Страдаете, терпите несправедливо, это угодно Богу. А если справедливо, ну, никаких вопросов. Вопрос возникает, почему это Богу нравится? Неужели Бог такой жестокий? Почему? В чем секрет? Вы знаете, мы как люди на земле, ученики Иисуса Христа, призваны не просто жить на этой земле, но влиять. Мы призваны влиять. И когда мы правильно влияем, то что в итоге получается? Обязательно будут новые ученики и последователи Иисуса Христа. Если мы влияем неправильно, когда мы терпим несправедливо, и мы злимся, бушуем, обижаемся, никого это не удивляет. Но если мы терпим несправедливо, и мы начинаем воздавать добром, вот это в шок приводит. Не только землю, но и ад. И ад заметил, сказал: «Обратил ли ты внимание на моего раба Иова?» И ад ответил: «Да, обратил». Видите, какое влияние? Влияние простых людей на земле. И пока мы живы на земле, пока мы действуем правильно, реагируем правильно, то у нас с Божьей помощью Христос через нас может оказывать такое влияние. А цель Иисуса Христа какая? Конечная, главная – спасать. Спасать. Спасать грешников, спасать людей и даже через вашу реакцию. И даже через ваши трудности, и даже через ваше поведение, через ваши разговоры, гнев, все. Влиять и в конце концов спасать людей и тебя, твою душу. Как хочется, чтобы в следующем новом году мы все верующие признали, что я тоже подвергаюсь этой опасности дать место дьяволу. И как нам важно его не давать. Как нам важно понимать, что мы иногда страдаем несправедливо. Но у нас всегда есть право правильно на это реагировать. Друзья, сама жалость, которая есть в вашем сердце по отношению к себе, независимо, какая у вас ситуация, семейная, духовная, финансовая, как вас обидели, ты осталась сама, одна, тебе не дали, тебя клеветали, хорони это в этом году. До вечера. Давай будем копать могилку вместе. Будем это все закапывать. Всю гордость, всю вот эту саможалость, self-pity. Я такая несчастная, все будем хоронить. Хоронить и будем петь: «Хвала тебе, наш Господь».